Всех приветствую. Продолжаем бродить по главному штабу Эрмитаж, рассматривать картины, описание к ним. Массимо Кампили. Работа называется «Швея», 1925 год, холст, масло. Магический реализм, греческая классика и кубизм Пикассо нашли отголоски в образном строе «Швеи», одном из наиболее значительных ранних полотен Кампили. Сюжет его определить сложно. На ступеньке большой лестницы художник усадил две монументальные женские фигуры, уподобленные каменным истуканам, чьи закрытые глаза будто намекают на магический сон, в котором они некогда погрузились за шитьем. Образ женщин, владеющих нитью, восходит к образу Моя, богини из греческой мифологии, которой пряли нить судьбы человека. Вместе с тем художник намеренно уходит от прямого цитирования античного мифа. Его героини не придут нить, они шьют. Ну, вот такое описание работы «Швеи», 1925 год, автор Массимо Кампили. Работа находится в музее, главный штаб Эрмитаж. Пока-пока, до свидания.